день отбывает и так далее, военное, высшее ранение. Как известно, если вы возьмете сумму этих чисел и вычтите n раз среднее геометрическое этих чисел, то ответ будет не меньше нуля, правильно? Среднее арифметическое не меньше среднего геометрического. Докажите, что на самом деле ответ не меньше, чем корень из-за n-ного минус корень из-за первого в квадрате. Небольшое, но усиленное неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом. Они как, они в каком-то порядке расположены? Первое? Нет, в любом. То есть между, разница между любыми двумя числами? Да. Ну, соответственно, можете взять разницу между там, наименьшим и наибольшим, не важно. Нет, кстати, плюс корень из-за 1 на 2 и еще плюс корень из-за 1 на 2. Именно два числа надо взять. Хорошо, хорошо, да. И плюс корень из А1, АН, да. Вот. И это больше или равно по неравенству о среднем, чем корень n степени из произведения всех этих чисел. А произведение корень из-за 1 на n на корень из-за 1 на n, это как раз и есть А1, АН. Правда просто?